Сегодня мы тусуемся на самой крутой мегапати под названием «Школа молодого политика Люмен». Здесь очень много веселых, креативных, позитивных, политически настроенных молодых людей с активной гражданской позицией. Впервые «Школа молодого политика Люмен» прошла в октябре 2008 года. Школа молодого политика «Люмен», а мы ее проводим уже третье лето, она проводится традиционно на базе детского оздоровительного лагеря «Кама». Значит, а это у нас по счету она идет третья, и каждую смену мы основной целью, в каждой смене основной целью лагеря является приобщение молодежи к избирательному делу. В формате данной смены на протяжении трех дней студенты учебных заведений города Нижнекамска проходили различные тренинги, встречались с известными политическими деятелями Республики Татарстан. Также ребята на практике проводили выборы. Кроме лекций, ребята участвовали в интересных соревнованиях, играли в политический дозор.